Стас, ну я поднялся на высоту 3 километра. Иду вот за камнями набирать. Камней здесь очень много. Главное не свалиться туда, понимаешь? Там ущелье очень глубокое. Мы со Светланой на Донбай ходим. Это метеостанция здесь такая. Идем за камнями. 5 килограмм, наверное, будет очень тяжелый, если могу его взять. Сейчас посмотрим.